Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дечима. Нет, ну опять неправильно, где и сегодня мы будем... И сегодня мы будем... Дюпа! Что мы будем делать? Дюпать! Да, дюпа! Сегодня мы, короче, расскажем один дюпчик, которого еще нет на ютубчике, и вообще в других всех местах его тоже нет. Наверное, автор о нем не знает, раз он до сих пор это не исправил, и вообще никто не исправил, кроме кого? Бориалиса, да? Как обычно. Вот. Ну, да. Дюпчик этот рассказал один хороший человек. Не, ну, возможно, у него тоже это исправлено. Знаешь, а как же олдфаги? Я этим дюпом пользовался еще в далеком 2007. Я вообще на других модах такой же дюп видел и так далее. Ну, еще, короче, куча людей этот дюп переснимет, но я уже не расстраиваюсь, как бы это норма для ютуба, когда кто-то находит что-то, кто-то снимает. Это знаешь как, вот дюпы это как новость. То есть новости же могут рассказывать все люди. Ну, то есть, там, знаешь, фильм вышел там какой-нибудь, и ты такой, о, фильм вышел какой-нибудь. Так же и с дюпами. Аватар 2. Вот, ну просто я не понимаю, зачем люди говорят, что там, типа, это я нашел, и я один в этом мире знал это. Ну, примерно, как это делаю я, да? Ну-ну. А еще как, кстати, знаешь, вот... часто, кстати, упоминаю, что люди нашли. Может быть, выпустить отдельное видео, где мы просто будем разговаривать? Вот, давай какой-нибудь... сейчас хэштег придумаем, Дэйдж, давай с тобой. Например, хэштег, не знаю, просто... сейчас, подожди, просто... Поговорим о женском. Да нет, просто поговорите. Вот такой хэштег ставьте, и мы с Дэйджем, короче, просто запишем видео, где мы просто поговорим, расскажем вообще все наши мысли, которые у нас есть. Не знаю, какие-нибудь шутки, приколы, возможно, будут. Типа мини... Надо найти ведущего, который будет задавать нам вопросы, а мы будем отвечать по очереди. Это уже интервью получится. А то, знаешь, пишут там, о, Бартоломео опять две минуты говорил. Хочу интервью. Опять две... Второй хэштег, хочу интервью. Давай. Так, второй хэштег, хочу интервью. Правильно, наверное, написал. Если неправильно, пишите правильно. Вот, а то опять будут говорить, вот, вы опять две минуты просто так бегали по карте, как бы ничего не показывали. Просто если показывать сам дюп, то это будет выглядеть примерно вот так. Вот блок, ткни сюда, получится дюп. Вот, и все, как бы, и видео будет заключаться в 5-10 секунд. Вот, поэтому вот так. Короче, перейдем к дюпу. Дюп на моде Galactic Craft. Galactic Craft, не знаю, ну просто мы начали с ним... В космос? Да нет, мы не полетим в космос. Мы начали с ним работать просто с этим дюпчиком, о, с этим модом. И начали находить кучу разных дюпов. Короче, есть разные планеты, на которые вы можете полететь и найти там слизни. Слизни такие маленькие, ползают, их можно приручить, и на них можно повесить сумочку. То есть вот мы берем... Вот такое яичко нужно найти где-нибудь на планете. Я узнал это дюк в далеком 2007. Да, до того, когда вообще он появился. Вот такой вот слизень, который будет за нами двигаться, его можно как-нибудь назвать, одеть на него сумочку, что мы и сделаем. Вот, я очень... вот так... Вот, вот так вот. Одел сумку, у него появляется инвентарь, мы можем сюда что-нибудь складывать. Но самое удивительное, что я такой дюп, ну, раньше вообще не встречал такие дюпы. Это, я не знаю, насколько нужно быть рукожопом, автору моду передаю привет, чтобы вот это допустить. Короче, мы берем какой-нибудь блок, который мы хотим дюпать. Абсолютно любой вообще, вот что хотите. Хотите алмазы, там, не знаю, вот я разные моды беру, там, редстоун. Давай дефолт алмазики, там, пишем... А редстоун уже не дефолт. О боже, что я написал? Гамемоде 0. Минус 0. Отлично, руки из жопы. Кстати, минус 0 тоже вроде бы сработало. Так, дальше что мы делаем? Мы заходим в этого слизня, открываем инвентарь. Переименовываем его на дюб. Дюб? Да, переименовываем его на дюб обязательно. Пишем, на английском нужно дюпе плиасе. Вот, пожалуйста, дюпи нам. Вот, заходим в инвентарь и складываем к нему все. Но дальше что мы делаем? Мы просто, вот видите, никого нет рядом. Я вообще в одиночке нахожусь. Ты можешь таб нажать там или... Нету, у меня нету таба. Смотри, даже лист не будет работать, видишь? У меня нет прав даже для этой команды. Короче, заходим в слизни, наводим на любой предмет, и вы знаете, что делает кнопка Q? Она выбрасывает предмет. То есть я выбросил. Вот он выпал, видели? Наверное, его, кстати, снизу видно, вот если так делать много, вон, видишь?
То есть он выбрасывает блоки, но у него его оставляет. То есть смотрите, просто зажимаем кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью. Очень много выкидываем алмазов и подбираем. Вот 28 раз я нажал. То есть можно так любые блоки выкидывать. А если ты два... А ты можешь взять там блок и в бок типа вынести или нет? Вот так вот? Да. Сейчас посмотрим. Нет, он просто тогда выкидывает, можно. Да, нужно именно вот Q нажимать у него, и своего инвентаря будут тратиться, а из его инвентаря они не тратятся, то есть они становятся бесконечными, и их можно вот так вот выкидывать. Вот такой вот дюбчик, кстати, этих слизней есть несколько вариантов. Сейчас покажу. Синие, зеленые, красные, большие, маленькие. Ну это, наверное, знаешь, разделение, вот я мало играл с Galactic Craft'ом, если вы знаете, откуда они... Наверное, я по так подозреваю, это с разных планет, да, можно найти как бы вот такого, вот такого, вот такого. И просто, когда вы его находите, тыкаете один раз по яичку, поэтому он через некоторое время вот так вот появляется. Каждый из них дюпает, каждый из них радуется. Ну, а еще большие бывают, кстати, видим. А большие, наверное, их качать еще можно как-то, понимаешь, у них там есть жизни же, видишь, 20 из 20, вот. А у больших 50. Ну да. Вот, у нас на сервере... О, он, смотри, favorite food. А, он ест золото. Понял, синий ест золото, а эти что едят? А этот ест меч. Ну, нормально. Короче, кладете в него меч, дюпаете меч, кормите его, он радуется, и все довольны, счастливы. Вот такой вот дюбчик. Я не знаю, где он работает еще. По идее, должен везде работать. Я об этом говорил, что его вроде никто еще не фиксил. Я тебе точно могу сказать, за 10 минут после выхода видео он уже нигде не будет работать. Да, ставьте лайк, если хотите видеть новые дюбчики. Мы с Дэчем постараемся записать дюб с... Кричите, хочу Industrial Craft или Industrial. Есть много дюпов, которые мы еще не показали, не сняли, потому что, ну, блин, неприятно, когда люди переснимают. Потому что мы плохие и сами их используем. Давай не будем врать. Вот, в общем, всем пока. Ты хотел свалить, я видел. Да я пытаюсь, не получается, они не падают туда. Дюп, плиз! Вот. А, он упал! Смотри, один пытается выпрыгнуть. Убийца. Смотри, он бессмертный. Да. Слышь, как ты так живешь? Умирай. Ты блок сломай тот. Все, он умер. А, ну это может быть, который... Не-не-не, я тоже подумал, что он в лаве живет. Все, в общем, всем пока-пока. Пока-пока.